Здорово, с вами Дрон. Потихоньку я прихожу в норму с саной ковид. Ну, сейчас уже получше, поэтому могу сделать для вас ролик. И сегодня в рубрике смотрим тренды. Реакция на новый клип Егора Крида «Ламба Урус». Погнали! Кстати, Крид вроде как канал хотел удалять, а все-таки не удалил. Так что это было наебалово. Ну, давайте глянем. Всем здорово, пацаны, я хочу... Ой, опять этот бустер. Как ты заебал вообще. Поделиться с вами просто умопомрачительной новостью. Я купил себе новую машину за 30 миллионов рублей. Да вообще насрать, что ты там купил. Татанчик, это Ламборгини. Ай, блядь. Посмотри, какая пленка, сынуля, посмотри. Где клип, сука? Сюда. Давай перейдем в салончик и взглянем на него. Эй, ну что в моей тачке прётся, охерели, алё? Типичный понторез, блядь. Ключ, верни! Нахера вот эта вставка была нужна просто? Я вообще не понимаю. Ну, Крид тоже с бустером связался. Ну, такое. New School от Егора Крида. Ну не знаю даже, как-то. Не его стиль, не его. Нет, минус вроде прикольный, но блин. Егор Крид это попса, это не рэп. Тем более не New School. Под моей жопой ща 30 лимонов, и только на правой руке ща две наш карте. Кисти настолько усыпаны брюлами, что я могу просто сдохнуть от холода. Нет, у Егора Крида хорошо получаются припевы петь. Именно петь, а не читать. Читает он так себе. Все, что я сделал, то дорого, а? Бич, я легенда, как Горгород, а? Сбил твою суку, как бороду, а? Я раздефьюзил, но... Пытаться что-то панчить, как Горгород, да-да. Купил себе новый Лэмбо и потратил капусту с умом. И жопа на мне как сумо. Помню как вчера. Во-во-во, я говорю, петь хорошо получается. Вот эти все припевы, напевы, это четко. Город не хотел, но я смог. Короче, круто получается петь, а читать получается не очень. И в принципе трек среднячок какой-то. Да даже неохота комментировать ничего, просто нужно наслаждаться как бы. Больше не верю в любовь, я от нее далеко. Увези меня, Ламбо. Да порою было нелегко. Теперь от всех проблем меня несет Ламбо. Хорошая строчка. Больше не верю в любовь, она от меня далеко. Хм, неплохо. Знал парень в зеркале выстрелил. Столько раз кидали суки, столько раз кидали братья. Я понял самую главную вещь. Тебя не полюбит никто сильнее твоей матери. Деньги по сути предатели. Выкинем воздух их и потратим. Под жопой сейчас 30 лимонов. Ну со смыслом. Конечно, песня, вернее, трек. Ну, опять же, вот читка Егора Крида. Ну, блин, лучше бы на фит кого-нибудь позвал, чтобы они зачитали. Хотя, это его как бы текст. Ну, не знаю даже. Лэмбо, урос, кисть блестит, не щурюсь. Хоть то, что сейчас перед глазами, я раньше видел, только зажмурюсь. Ладно, ладно, хороший трек. Такой, на четверочку даже где-то. Но мне вот начало лично не понравилось. Какое-то такое... Не очень. Ну, к концу, короче, разошелся он прям. Да порою было нелегко. Теперь от всех проблем меня несет Ламбо. Открыла окно и туда кинул все бабло. Больше не верю в любовь, я от нее далеко. Увези меня, Ламбо. Кстати, снято очень круто прям. Респект.
Минус тоже четкий, конечно. Прослушайте прогноз простуды. Ой, да иди нахер со своим прогнозом. Ну а на этом, в принципе, все. До новых встреч. Всем пока. Не забываем про лайки и подписку.